Всем здоровиться. Знаете ли вы, что в айфоне есть функция, которая может спасти вам жизнь в чрезвычайной ситуации? Американский врач рассказал о том, чем многие его владельцы никогда не пользуются и даже не знают. В общем, многие пациенты, поступающие в больницу, не знают, как в отчаянные моменты связаться со своими родственниками. Бывает, что они не могут разблокировать свои телефоны. Оказывается, получить доступ к важной медицинской информации можно, даже если iPhone заблокирован. Принцип тот же, что и в случае с вызовом экстренных служб. Но для начала гаджет нужно настроить. Зайдите в приложение Health, его иконка, сами знаете, как выглядит. Когда вы откроете его, там будет в нижнем углу экрана значок Medical ID. Нажмите на него и заполните анкету. Заполните как бы все, группу крови, возможные аллергические реакции, лекарства, которые вам противопоказаны и так далее. Вдруг вы окажетесь в отчаянной ситуации и не сможете говорить. Врач сможет получить доступ к этой информации, даже если вы будете без сознания. Поэтому, если вы вдруг попадете в ДТП или окажетесь без сознания по другим причинам, работники из неотложки смогут узнать эту информацию. Это буквально может спасти вам в жизнь. Бывает, людям отказывает память, и люди не могут разблокировать свой телефон, потому что забыли пароль. Но куда чаще бывает так, что пострадавший без сознания телефоном телефон целым валяется рядом, а медики просто не знают, что же с ним делать. Поэтому, раз вы уже счастливый обладатель айфона, то используйте его функции и возможности на полную. Это, возможно, спасет кому-то жизнь. На этом у меня все. Будьте здоровы. Подписывайтесь на наш канал.